Таиса, ты была ученицей Элиаса? Я охотилась на Элиаса. Потому и притворялась, будто учусь вместе с ним. Необходимо лишить его бессмертия. Нельзя позволить ему вечно избегать правосудия. Да, и если убрать Элиаса, у нас будет больше шансов одолеть Лилит. С чего начнем? Идите в болото и найдите там Тимуя. Она заключила сделку с болотной силой и обрела долгую жизнь. Она может знать, как убить Элиаса. Мы с Нейреллой начнем искать ее. А Донан? Он занят камнем души. Это тяжелая ноша для одного человека. Надо предложить ему помощь. Это моя старая знакомая. Она прожила на болоте долгие годы и многому меня научила. Но это было очень давно. Она попытается прогнать тебя. Не слушай ее. Городок на краю Хавизара, зажатый между силой болота и мощью санктуария. Правда? Нет. Я займусь камнем души. Лорат как-нибудь справится сам. На северо-востоке отсюда стоит крепость Закрумитов. В ней дух ненависти особенно силен. Может, там у нас получится подготовить камень души для Лилит. Мне бы пригодилась твоя помощь.
только не в городе. Здесь это не получится. Печать Мефисто повсюду. Его дикая ненависть. Это-то нам и нужно, чтобы настроить камень души. Подготовить его для Лилит. А теперь ты проберешься внутрь и поднимешь решетку. Я уже не молод для такого.
Наконец-то ты вернулся. Скорее. У меня тут мурашки по коже бегают. Слышишь? Странно. В Хавизаре разве водятся волки? Здесь как будто еще хуже. Наверное, пришли. Еще юнцом. Я уже все позабыл. Что бы тут ни было, ненависть сильна здесь. Можно настроить камень души. Этион, Дан, Нис, Бери, Дас, Том и Клумон. Проклятие. Что опять не так? Давай, старый глупец. Что тут не так? Почему? О, все еще хуже, чем я думал. Наверное, сломалось, когда Йорин Астарот. Знаешь, как это починить? Нужны редкие вещества. Для начала ртуть. И... алхимический набор. Неподалеку стоит деревня. Посмотрим, есть ли у них то, что нам нужно. Встретимся там. Нужно подождать.
Только не в город. Повторю, что бы тебе тут ни понадобилось, у нас этого нет. В городе, похоже, нет ничего полезного. Мы не город, а деревня посреди болота. Тут точно что-то есть. Чувствую магию в этом болоте. А где магия, там и те, кто ею владеет. Если ищешь ведьму, ступай к башне. Огонь горит, она дома. Похоже, нам предстоит встретиться с болотной ведьмой. Будь начеку. Так это ты, ведьма из башни? Харадрим, я думала, ты отправился в крепость. Верно. Что ж. Зачем мне вам помогать? Все мы хотим одного и того же, смерти Элиаса. Это верно. Но чинить камень души значит связываться с Лилит. А это уже не про меня. Все, что мне нужно, это алхимические приборы и ртуть. Такими просьбами дело обычно не ограничивается. Да ты и сам знаешь. Но вы помогли мне пережить призыв Андериэль. Мои инструменты ваши. Но за ртутью вам придется сходить к Вальте. Найдите ее, и она даст вам все, что нужно.
подождать. Что за манера шариться по чужим домам?